В диаспоре готовится фальсификация выборов. Центр избиркома и правоохранительные структуры Молдовы были уведомлены о необходимости срочного расследования подготовки к организованному подвозу наших сограждан за рубежом на участки, открытые для второго тура. Условие у перевозчиков одно – чтобы пассажиры голосовали за кандидата ПДС Майю Санду. Группы в соцсетях, объединяющие наших соотечественников, обосновавшихся на Западе, наводнены объявлениями о том, что к 15 ноября для них уже приготовлен транспорт, готовый доставить их к участкам. Там же указываются номера телефонов контактных лиц. Мы с ним антриши маестью дамны. Я не скажу ни мульта. И сейчас так спать к транспорту, как время смешаешь, но и лалезет. Довезут и привезут с ветерком, но с условием. Голосовать надо только за кандидата ПДС Майю Санду. Кандидат в президенты от партии «Действия и солидарности» не ответила на телефонные звонки первого в Молдове, чтобы прокомментировать действия представителей диаспоры. Решением Центра избиркома организованная доставка избирателей на участки запрещена и может быть расценена как попытка фальсификации результатов выборов. Поэтому депутат-социалист Николай Паскару уведомил компетентные органы, такие как ЦИК, Генпрокуратура, МВД и МИД, и потребовал принять срочные меры во избежание возможного подлога голосования. Николай Паскару не исключил, что раз предпринимается попытка доставить избирателей на участки 15 ноября, точно так же организаторы действовали и в первом туре 1 ноября.